дорого. Рассказывай. Как дела, охот? Слышит. Приближается выброс. Срочно ищите надежное убежище.
Схема путепровода «Припять-1». Вот и доказательство. Подземный путь в Припять существует. Так, после запечатывания путепровод заполнили газом. Здесь вход в путепровод. Если запустить генератор, получится открыть транспортный шлюз. Запомните, незыблемые традиции долга были заложены самим его высочеством генералом Точенко. Он обманул непосредственных подчиненных, вел в заблуждение командования и доблестно погиб в пространственном пузыре. Каждый долговец должен стремиться последовать его примеру. А теперь мы расскажем на экспедиционный отряд долга. А!
О, правильно. До нас. Бай! Вспомните лучше, как ваш доблестный отряд на коленях... Здоров! ...ползал, когда Наянов просился перед выбросом. Подходи, брат! Ты заглядывай, тут весело бывает! Время дорого. Рассказывай. Ну рассказывай, я весь внимание. А! Ну, попутного ветра. Ха! Бывай! Здравствуй. До встречи, сталкер. С чем пож...
Значит, уговор. Идем вместе. Найдешь бойцов, присылай ко мне, буду делать из них команду. Когда все будет на мази, дашь знать. Забираем Азота и вперед на Юпитер. Сталкер, подойди. Yeah.
так быстро, приятель? Ты оружие-то. Опусти, опусти. Что с... Что скажешь, брат? Как дела? Бай! Ну чё стоите? Присаживайтесь, пообщаемся. Мы уважаем свободу своих бойцов и других сталкеров. Считаем, что зона открыта для всех. И она – величайший дар человечеству. Шанс значительно продвинуться вперед в развитии. Это необходимо. Четко осознать каждому. Кому мы будем подчиняться? Жесткой иерархии у нас нет. На задание идем только с тем, кого уважаем. Но во время операции команды старшего выполняем беспрекословно. Ну что, еще вопросы есть? Ну что, добро пожаловать в свободу! Неплохо. Отлично. То, что надо. Чувак, мир. Ствол спрячь, ага. В общем, что скажешь, выкладывай. Брат? Знаете, я когда первый раз увидел наш новый отряд, я их спросил. Ребята, может вы в долг хотите? Вы все-таки свободные люди, а мы свободу выбора у вас. С чем пожаловал? Слушаю тебя. А, здравствуй, мэн. Легкой дороги. Что-то ты, блин. Будь здоров. Ну рассказывай, я весь внимание. Да с книжкой толковой. Надеюсь, так вы скоро и кровососов под свои знамена поставите. А дальше все будет просто. Занесем вас скопом в
список опасных мутантов и будем выжигать. Без разбору. Ну, сейчас бы толковый сейшн с базы. До центров хорошо напустить, чтобы все... С чем пожаловал? Слушаю тебя. Ну, привет. Не люблю я говорить под прицелом, мужик. Слушаю тебя. Ну рассказывай, я не скажешь, брат. Лоха! Готов мой заказ. А кардан? Не шебурши, и так башка трещит. И достает три пистолета. Вот, смотри. Повысил точность. Рукоятки сделал новые, и магазины увеличил в полтора раза. Ведь могут же еще руки с пузырем другим. Долгий ведь такой. Да нет, в машинке блеск, без вопросов. Но, какое но, все же по высшему классу. Да это, я же вообще-то пулемет приносил. У меня там ленту заедало. Эх, сыграю-ка я вам, други. Покедова! В общем, выкладывай. Не, нельзя с ними по-хорошему. Ни с армией, ни с долгом. Не хотят они по-хорошему. Они нас убивают, и мы их убивать будем, чтоб дошло. А! Привет! Бывай! Thank you.
спрятать оружие у входа в научно-исследовательский комплекс. Ну? Ну? Я слушаю. Здравствуйте. Всегда рад видеть нового человека в нашем бункере. Да-да, я слушаю. Здравствуй. Удачи тебе. С чем пожаловал? Слушаю тебя. Не балуй. Оружие спрячь. С чем пожаловал?
Вот так. Нечего мне тут. Ну что, готовы? Готов. Отряд? Всегда готов. Я тоже готов. Ох, не нравится мне все это. Все готовы. Открывай. Ладушки, поехали! Вперед! Удачи вам, хлопцы! Thank you.
Красиво, да? Зря мы вообще сюда полезли. Питание ворот отключено. Электричество кончилось. Сюда, дорогой, тут закрыто все. Смахивает на трансформатор. Интересно, все линии включены? Спина к спине! Быстро!
место. Ворота заблокированы. Кнопки рядом нет. Есть добровольцы? Смотаться в диспетчерскую и глянуть, нет ли там чего подходящего. Оружие на землю! Быстро! Не стреляйте! Я лейтенант Соколов, СКАТ-4, второй пилот. Следую на точку Б-28. У меня есть информация для Ковальского. Проведите меня к нему. Ты знаешь Ковальского? Ты кто такой? Зачем тебе полковник? Майор Дегтярев, СБУ. Прибыл для расследования провала операции «Фарватер». Сталкеры помогли добраться до Припяти. СБУ? Какого хрена? Так и знал, что тут не все так просто. Да, дружная компания. А вы думали, просто так здесь ходим, да? Зачем сразу ствол, дорогой? Не видишь, что ли? Мы свои. Мы с товарищем, мы через все прошли. Долгая дорога была. Хорошо, следуйте за мной. Без меня. У меня с военными дел нет. И с СБУ тоже. Ты! Стоять! Оставь, капитан.
пусть идет. Ладно, хрен с ним. Следуйте за мной. Мне все равно, кто на кого работает. Эх, скукотища зеленая. Какое тут все одинаково хреновое. А если бросили нас, вот так вот взяли и списали в невозвратное. Короче, слушайте. Короче, командир блокпоста срочника поискал у караульной службы. Слушай сюда, Иванов. Стоишь ты, значит, на посту ночью. Вдруг видишь, к тебе что-то темное подползает. Твои действия. Ваш наш командир, домой отнесу. Короче, анекдот цивильный. Я так чувствую, что 500 килограммов, я уже тут того. Силкаю? Представь, солдат, ведь ты теперь защищаешь людей от зоны. Как сюда попал? По собственному желанию. Ну, я согласен, что людей надо от зоны беречь. Генерал улыбается. Какой сознательный солдат попал-то. А то ты дальше. Короче, слушайте. Раз говорил, нечего мне в зоне делать. А он, сука. За собой следить все время надо. Другими тоже присматривались. А на базе в парете поганой. Крышу рвет только так. Видали уже. Вот что мне как-то рассказали.